Как выяснилось, двое парней и две девушки, все жители Красной Поляны, еще днем отправились на прогулку по старой краснополянской дороге. Когда компания спустилась к реке, молодым людям захотелось переправиться на другой берег, для чего они положили бревно. Через некоторое время самодельную переправу смыло, и перейти обратно парни уже не могли. Девушки позвонили спасателям. Один из пострадавших находился на противоположном берегу, а другой на большом камне посередине реки. Чтобы им помочь, спасатели натянули навесную переправу. Медицинская помощь никому не потребовалась.